ГТРК «Нижний Новгород» и «Русфонд» продолжают совместную акцию помощи детям. Принять участие в судьбе тяжело больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. В вашей помощи нуждается Настя Костерина. О том, как помочь, Майя Оленова. Настя показывает нам свою картину. Этот натюрморт она написала пастелью за 2 урока в художественной школе. Закончить его пока не получается. Ребенок все быстрее устает. Ей очень хочется и общаться с одноклассниками, и в художественную школу ходить. Но, к сожалению, по состоянию здоровья мне приходится ее оставлять дома. Появилось, плохо стало ходить. Из-за боли в спине стала вот опорно-двигательная вот эта вот функция стала страдать. То есть ходить стала с костылями. Настя родилась на месяц раньше срока. Роды были тяжелыми. Переломы ребер и левой ключицы списали поначалу именно на них. Врачи сделали рентген и заподозрили костную патологию. Возможно, несовершенный остеогенез. Это когда кости настолько хрупкие, что могут сломаться от малейшего воздействия. Переломы продолжались. Врачи рекомендовали плавать и вести осторожный образ жизни. Сейчас Насте 14 лет, она учится в 8 классе. В школу, правда, ходит всего пару раз в неделю. Стало посложнее, так как началась подготовка к государственным экзаменам. Вот. И я стала много пропускать, поэтому наконец стало сложнее. Угу. А какие предметы тебе сложнее всего даются? И физика, и химия. Помочь Насте может установка специальной металлоконструкции на позвоночник. Сейчас семья ищет клинику. Чтобы металлоконструкция не сместилась в хрупких костях, а также чтобы не потерять имеющиеся на сегодняшний день навыки, необходимо продолжить медикаментозное лечение остеопороза. Девочка нуждается в продолжении лечения помидронатом в сочетании с физической активизацией. Стоимость лечения 532 656 рублей. Сейчас семье Насти не хватает 47 тысяч рублей. Вы можете помочь Насте, отправив смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Владельцы смартфонов могут перевести пожертвования через мобильное приложение Русфонда. Другие способы помощи на сайте организации. Майя Оленова, Андрей Батманов, Алексей Захряпин, Марина Иконникова. Вести Приволжье.